Приветствую! Это кадры с прошлого большого оппозиционного митинга 5 мая. Я был там в этот момент, снимал видео и совершенно не боялся жестких действий полиции, потому что чувствовал, что за мной правда, что по всем и российским, и международным законам я имею полное право выйти и выразить свое несогласие с узурпацией власти. Теперь же эта власть, захватившая без выборов с помощью переназначения царя, начинает повышать налоги и отнимать у граждан их пенсионные накопления. Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, почему я считаю своим долгом пойти на следующий большой оппозиционный митинг 9 сентября. Поехали! 1. И самое важное лично для меня, это то, что на прошлой акции протеста было избиение мирных протестующих незаконными вооруженными кизячьими или казачьими формированиями. Прям реально драка. Нагайка пошла в ход. Тихо-тихо. Позже выяснилось, что эти незаконные вооруженные формирования финансировались мэрией Москвы и специально готовились типа для подавления беспорядков. Получилось, что по факту они являются просто ряженым, переодетым в казачью форму чопом, не имеющим никакого отношения к реальному казачеству. Сейчас это точно неизвестно, но эти ряженые бандиты, чоповцы и кизяки могут появиться и на следующей акции, ведь они не понесли никакого наказания. Только показательные процессы могли бы исправить ситуацию. По этой причине я считаю своей обязанностью прийти на митинг и взять с собой своих друзей, для того, чтобы защищать мирных протестующих от возможных нападений этих провокаторов и бандитов. Потому что я не могу спокойно смотреть, как избивают ни в чем не повинных людей, которые стараются добиваться лучшего для этой страны. Сейчас это мой главный мотиватор. Второй момент, почему я очень хочу посетить эту акцию, это то, что 9 сентября в Москве будет происходить операция по переназначению Собянина. То же самое, что 18 марта у нас до этого было с президентом. Конечно, это выборы без выбора, выборы без конкуренции, это просто насмешка над избирателем. И что может быть лучше в этот день, чем показать, что народ больше волнует отмена пенсионной реформы, нежели чем собянинские цирковые выступления. Пусть об этом пишут все СМИ. Пришло время снимать лапшу с ушей. Третий момент – это массовость. Эта акция имеет потенциал стать самой большой в истории, если сложить по всем городам. Ведь она будет происходить практически во всех городах России. Лето – это период затишья в политике, но оно кончается, и к сентябрю все уже сильно соскучатся по мощным протестным акциям. Тем более, что за это лето, я думаю, вы со мной согласитесь, поводов протестовать явно прибавилось. Государственная Дума отложила как раз на сентябрь период окончательного принятия пенсионной реформы. Это говорит о том, что они специально выжидают реакцию общества. Они не уверены, что стоит ее принимать, и существует высокая вероятность того, что ее смягчат. Именно от этой акции 9 сентября и будет зависеть дальнейшая судьба пенсионной реформы. Тот редчайший случай, когда от митинга можно будет увидеть результаты в короткие сроки. Но только, друзья, помните один момент. Заявка на проведение митинга подается за 15 дней до его начала. Сейчас осталось больше месяца, поэтому эти акции пока еще никак не могут быть согласованы. По закону я не имею права призывать вас на несанкционированные акции. Госдума напринимала эти псевдозаконы для того, чтобы сажать оппозиционеров. Но в любом случае СМИ вынуждены их соблюдать. Поэтому я так и говорю, что лично я пойду, а вы действуйте на свое усмотрение. Следите за новостями, смотрите согласование акции конкретно в вашем городе. Такие дела, друзья. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и пока.